Результаты шестого тура. Грачев признался, ничья. Непомнящий выиграл Уланова. Демидов проиграл Малахову. Мразевич, ничья с Мещенковым. Савченко выиграл Бондар Киева. Сычев проиграл Апарину. Андрейкин выиграл у Новикова. Вагулин проиграл Звягинцеву. Найер Кабарин ничья. Мажаров Дубов ничья. После шестого тура лидер прежний Александр Борисович 5,5 очков. За ним следует Непомнящий и Демидов 4 очка. У Грачева организация 3-4 очка. Появляется пара седьмого тура. Первый стол Дубов Грачев. Второй стол Кабарин Мажаров. Третий стол Звягинцев Найер. Четвертый стол Новиков. Вагулин, пятый стол Апанин Андрейкин, шестой стол Наркиев Сычев, седьмой стол Онищук Савченко, восьмой стол Малахов Морозевич, девятый стол Лагно Демидов, десятый стол Рязанцев Непомнящий. Планируется после девятого тура устроить перерыв полчаса на дополнительно будет, я скажу, когда включается старт 50. Объявляется начало тура, прошу черт, отпустить часы.